начали. Всем привет. Привет. Я Ева Андрей. Я Настя Макеева. Вы находитесь на съемке провокационного клипа «Жги, детка». Сюжет клипа, он на первый взгляд очень традиционный, но с другой стороны не совсем. Один парень, две девушки посмел ухаживать за двумя одновременно и был наказан. Как? Двумя красивыми, коварными, извращенными, умными девушками. Я бы вычеркнула слово «извращенными», но, с другой стороны, мне оно нравится, оно пикантное. Нет, на самом деле, конечно, мы очень добрые и любим, когда нас любят, и всех любим. Но просто мы не любим, когда с нами плохо поступают. И я считаю, что как-то, ну, мы должны показать парням, что не надо поступать плохо с девушками. Мы тоже можем осерчать, и именно в извращенном виде, потому что все-таки уже всем известно, что нравится Настенька тебе или не нравится, но наш мозг более все-таки извращенный, нежели мужской. Мужчины, они прямые, простые. Что вижу, то пою. А я могу сказать, что в этой песне я пыталась сказать вам, девчонки, если вас кто-то обидел, это не повод сложить лапки, грустно заплакать и считать, что ваша жизнь закончилась. Я думаю, что есть масса всего впереди интересного и захватывающего. И не стоит тратить нервы и силы на тех, кто вас не заслуживает. Тем более, если мужчина привык встречаться с двумя или с тремя, это значит, что он всегда будет такой. Эти мужчины, они просто очень боятся быть с одной. Они очень боятся влюбиться и остаться с одной навсегда. Так что, ну, просто это, может быть, не ваш типаж и не наш с Настей точно. Но мы просто, когда мы начинали встречаться, мы, собственно, не знали об этом. Если в вашей жизни случилась трудная ситуация, и вы и ваша подруга оказались в затруднительном положении, влюбившись в одного парня, то в этом видео мы дадим вам совет, каким образом поступить с этим парнем и как успокоить себя, и как вообще, в принципе, выйти из этой ситуации, правда? Не надо ругаться друг с другом, правильно? Надо дружить надо. Говорят, что дружба между женщинами, она невозможна, это неправда. Мне кажется, что как раз женская солидарность, она во многом женщинам помогает выжить в очень трудных ситуациях, поэтому если парень вас обманул, не стоит из-за него цепляться в волосы своей подруги. Может быть, стоит наоборот с ней как-то сплотиться и против этого парня пойти. А может быть, вовсе не пойти против него, а просто продолжать радоваться жизни и наслаждаться ею, но вместе, нежели порознь. Если он вас один раз обманул, значит, он обманет вас еще раз. И не только вас, а всех последующих. Поэтому верить этому человеку больше, Насте, нельзя. Согласна. Начали. Свет. Ой, у нас может быть общая любовь. Потом сказали, что ты с ним была, в глаза меня не видела. Привет, я режиссер Александр Селиверстов. Я оператор Юрий Кокошкин. И мы находимся на съемочной площадке клипа Евы Андрей и Анастасии Макеевой. «Жги, детка». Так называется песня. Пару слов о самом клипе. Это видео такое решенное в главных цветах, художественных, черном, белом, красном, синем. Такой смесь Вонга Карвая и Линч, ну, тут такая, может быть, восточная тематика, поскольку красные, черные цвета, такие мягкие переходы, и тут используем всевозможные оптические насадки, элементы, которые искажают изображение, поскольку у актера происходят некие такие галлюцинации. Да, трансформации. Собственно, за все вот эти штуки отвечает как раз Юра. А вообще сюжет клипа прост. Две девушки решили отомстить одному парню, который их водил за нос обеих. Но они ему отомстили, но очень, на самом деле, мягко. И как бы очень в конце, на самом деле, такая все шутка, пожалели его. Ну, в общем, вы все увидите сами. Всем спасибо.